Время 3 часа утра обычно называют мертвым временем или час дьявола, поскольку, по мнению экспертов, это время, когда паранормальная активность достигает максимума. Говорят, что демоны и духи в час дьявола наиболее активны, пугая всевозможными паранормальными явлениями. Почему 3 часа ночи – час дьявола? Время 3:33 утра имеет сатанинскую символику, поскольку это половина 666, число зверя. Считается, что в этот момент барьер между миром живых и мертвых жидок, позволяя демонам и духам общаться с людьми с большой легкостью, чем в другое время суток. Согласно некоторым исследованиям, многие смертные случаи происходят в период между 3 и 5 утра, так как в это время иммунная система организма более всего уязвима. В самом деле, в старой истории именно в это время однажды появились следы дьявола. В час дьявола смертельно больные или очень пожилые люди чаще переходят на другую сторону, потому что тело энергетически ослабевает. Надо сказать, что час дьявола или мертвое время 0:33 утра, помимо религиозного значения, имеет прямое отношение к аномальным явлениям. Исторически многие люди считали, что полночь была часом ведьм, периодом большой активности для колдунов, демонов и призраков. Ведьмы, магия и заклинания сложили для этого времени страх перед часом дьявола, и раньше люди опасались выходить на улицу из-за этого суеверия. Хотя для исследователей паранормальных явлений духи активны весь день, и нет никаких конкретных доказательств того, что 3:33 утра – самое время демонической активности. Говорят, что в час дьявола период между 3 и 4 часами ночи – особенно подходящее время для заключения соглашения о продаже души. Тем не менее, паранормальная активность встречается чаще ночью, так как условия более подходят для проведения паранормальных исследований. Многие люди утверждают, что чувствовали таинственное присутствие во время сна, в определенное время ночи, с чувством страха и ужаса. Из-за большого количества таких переживаний, люди, ложась спать, никогда не выключают свет. Но, к сожалению, нападения нечистой силы продолжают происходить. Для многих это яркий пример демонических атак, особенно зная, что 3 часа ночи – время дьявола. Конечно, для науки все происходит в уме жертвы, происходя из психологических или даже психиатрических проблем. Нет никакого паралича сна и атаки демонов. Однако реальность такова, что страдающие от нападения нечистой силы в определенные моменты времени действительно принимают природу феномена как нечто запредельное. Но для науки мертвое время или час дьявола – ничто иное, как представление нашего страха перед тьмой.